Привет, друзья, с вами Дэн Электрозмей. Еще один полезный девайс на борту лодки, да, и как бы в арсенале любого, даже обычного электрика, это вот такая жидкая изолента. То есть она называется Liquid Electrical Tape. В чем ее прелесть? Ну, бывают такие ситуации, я уже рассказывал вам, да, про кембрики. Вот, кстати, покажу они вот эти вот Astrawire, которые, да, они бывают вот потолще, потоньше, разных диаметров, разными цветами, наполнительным гелем, да, вот такие красненькие есть, потоньше. Но бывает такая ситуация, что вам, ну, неудобно поставить этот коннектор, то есть там какой-то контакт, он где-то в уголке, он там загибается, и вы его либо скручиваете вот так вот, да, ну, обычно делаете скрутку. В идеале, конечно, эту скрутку можно там хотя бы обычно меньшевые обжать для надежности, это будет более идеально. Или это какие-то контакты у вас соединились в каком-то месте, разъемчик торчит, пимпочка, на которую даже термокембрик я одевал, то есть где-то кусочек может там не обжаться, где-то там утолщение. То есть неудобно вам поставить ни термокембрик, ни вот этот Astrawire, да? А для таких случаев мне очень нравится использовать жидкую изоленту. Она вот бывает в таких баночках, бывает в маленьких тюбичках. В баночке она поставляется сразу с киточкой. То есть вы сделали соединение, сплайс, спаяли, обжали. Ну, я не буду это делать, как бы это подразумевается, что это можно сделать. Вот. И вот такой вот черненькой этой изоленточкой взяли, все это замазали. Вот. В принципе, это жидкая, как бы, как резина практически. Вот. Все, я замазал, она воняет ацетоном, немножко противно. Но она, вот, мне не понравилась, здесь чуть побольше, пожирнее. То есть... как говорится, много не мало. Ей нужно некоторое время, там буквально 5-10 минут, чтобы она чуть-чуть застыла. Ну и желательно, конечно, сутки ее не мочить никуда, в агрессивную среду не кунать, чтобы она застыла как следует. Значит, вот эта вот жидкая изолента, она выручит вас, когда вам надо заизолировать качественно контакты в труднодоступных местах, чтобы они не окислялись, не отгнивали, туда не попадала влага. Вот, рекомендую Liquid Electrical Type. Также продается на Амазоне. По-моему, я видел в электромонтаже что-то подобное. Всем спасибо. С вами был Дэн Электрозмей.